Ты что там делаешь? Че дергаешь, блин? Да, АХ-55. Меняй свечки. Накала. Заказали вот 6 штучек. Вот у нас новую вытащил. Я вольтаж смотрел. У них бывает 5-вольтовые и 4,4. То есть вот у нас 4,4 вольта. Свеча соответствует, совпадает. Ну вот я выкрутил. Получается относительно себя внутренние 3 свечи. Вот визуально сразу видно, что 2 не работали. Вот они с черным нагаром. И вот такой должен быть такой кирпичный. Одна работала. Ну, мы потом проверим. Ставить будем все. Сейчас я снял только легкие. Легко, которые меняются. А еще здесь посложнее будут потом. Вот под заслонками, под актуатором. Здесь, кстати, какая была штука? Изначально машина пришла. Ей ремонтировали блок управления свечей накала. Там есть видео, где мы его разрезаем и ремонтируем. На X55 он стоит вот здесь, под крышечкой. Вот он, вот тут. Вот, то есть висела ошибка в двигателе. После того, как сделали ремонт, сам блок управления выдал, что всего 2 свечи из 6 целые. То есть обрыв по свечам. И уже вот второй заход клиента. Сейчас делаем замену свечей. Урбан сейчас задавит тебя. Я так краем уха слышал, у этого Урбана ушло 2 литра антифриза куда-то делось. Бесследно. По словам клиента. Да, да, да. Но, говорит, и картонки стелил, и на кафеле стоял, и волшебство прям. Довольно неудобно-то тут менять свечи. Получается, вот я проводочку удаляю отсюда обязательно. То есть с двигателя убираю. Убирается трубка подачи масла на турбокомпрессор. Вот так она выглядит. Для того, чтобы отвести вот эту трубку вентиляции картерных газов. Отвести в сторону. Сверх. Ее нужно открутить. Для того, чтобы открутить вот эти болты самого актуатора. То есть вихревых заслонок. Потому что под ним находится одна из свечей. Сейчас мы его будем двигать в сторонку и менять. Сейчас этот здесь все соберу, жгут прикручу. Ой, поставить надо будет. Вот 3 штучки готово. Хотел купить вот такие круглогубцы, более длинные. Прям было бы вообще отлично удобно. Но что-то цена в 2500 меня как-то немножко... Дело в том, что не жалко 2500. Весь этот инструмент сейчас очень хрупкий. То есть где-то, если засунуть, он сразу щелкает и отламывается. То есть раньше он гнулся, там изнашивался, а теперь он просто отламывается. Ужасного качества весь инструмент. Вот. И я побоялся, что, скорее всего, он у меня сломается тут же. А нужно это для того, чтобы... Вот, сюда смотрим. Смотрите, вот так выглядит. Вот так выглядит. Это как насвечник такой. Вот. И вот этими круглогубцами вот сюда беремся за пластик. То есть здесь у нас ничего нету. Беремся, то есть, и вставляем. Или снимаем его так же. Но вот эти, конечно, коротковато чуть-чуть. Все, все 3 я защелкнул. Теперь на эту сторону. Так, вот этот защелкнул, сволочь, разъемчик. Это на дозатор ТНВД и на датчик температуры. Сторонку отводим. Можно, конечно, снять топливопровод, то есть и подачу, и обратку, и высокого давления.
Вот. Ну, в принципе, это не нужно. Кстати, на днях, буквально на днях, дня 4, я менял коллектор вихревых заслонок. Была ошибка на X55 по актуатору здесь. А, весь он такой в сборе идет. То есть два коллектора, правый, левый. И актуатор, то есть все настроено, все в сборе. Стоит это что-то в районе там 30 тысяч полностью блок. То есть к нему уже две прокладочки брали там. Надо вот здесь немножко закрыть и продуть сейчас. Также у этих X55 и Mahav, то есть устанавливается такой же мотор. Есть такая проблема, как кольцо уплотнительное под корпусом масляного фильтра в самом развале. Вот там видно, что только-только вроде бы чуть-чуть стало появляться маслица. Еще ничего серьезного, но что-то стало уже появляться. А на Kia Mahav с таким же движком у них проблемная топливная трубка, вот эта подача пластиковая. То есть она у них лопается. Вот здесь на стыках, то есть подача и обратка, лопается, идет течь топлива. Вот трубочки все эти под заказ, тоже каких-то там невероятных денег все это стоит. Так, ну что, надо как-то мне сейчас, сейчас я попробую снять эти на свечники наши, на этих двух свечах. Оп, один снял. Все очень и очень неудобно. Если опять же сравнивать с Kia Mahav, то здесь гораздо легче, потому что на Mahav надо прям залезть туда полностью под капот, то есть двигатель там стоит вдоль. Здесь еще так, можно сказать. Оп, тоже снялся. Теперь наша задача отодвинуть актуатор, вот этот, выдвинуть сторонку. Так, заслонки снять не вариант. Так. Да, вот оно все уже. Я до него практически добрался. Вот этот, наверное, болтик, еще трубочку. Она прикручена здесь, 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 там. Везде вот она. Не помню я уже точно. Вот на X55, что я точно там снимал. Потому что на Mahav почаще, конечно, меняю. И вот наша задача сейчас поднять этот актуатор. Ну, в принципе, он здесь ходит, конечно, место. Оп, вот он, смотрите-ка. Вот он прокрутился. Снял я кронштейн, и вот свеча. Вот она прямо здесь, вот под кронштейном. Получается, которая неудобная. Вот. Снимаем этот свечник. Вот свеча. Получается, такого кирпичного цвета работала. Предположительно. То есть, как она работала, непонятно. Вот она черная, не работала. Сажа. И вот еще одна. Работала. То есть, три свечи визуально работали, три нет. При хорошем раскладе, то есть, где-то уходит там минут 40-час на замену 6 свечей. Свечи, как правило, здесь не обламываются никогда. То есть, ну, как бы случаев вообще не было. Не знаю, может быть, когда-нибудь и столкнемся с этим. Но пока на этом моторе не было ни одного случая, чтобы там не отворачивались или обламывались вообще. То есть, проблем нету. Всегда спокойно берем вот обычный ключик. Щелка открутилась и пошла. То есть, если вам рассказывают сказки о том, что сейчас что-то там сломается и надо снимать головку, то есть нужно сперва попробовать. Сейчас вот опять жгут в обратном порядке наши насвечники, начнем вставлять. Проводка здесь все целенькая, вроде никто не лазил, ничего не порвал, не испортил. Не обязательно тоже с каким-то там усилием прям, то есть, не знаю, там у нее конус есть свой, то есть уперлась и все. Свечи, как правило, не отворачиваются. Небольшого усилия достаточно. Все, защелкнулось. Ну все, в принципе, закончили. Свечи закрутили. Все, актуатор сейчас снова. Вот он. Здесь ничего сложного. То есть регулировать что-то с ним делать не надо. Все, назад он встал. То есть 4 болтика. Затягиваем. Все.
все закручиваем, собираем. Предпоследняя у нас будет устанавливаться трубка подачи давления масла. И потом проводка. С проводкой не забывайте сжатым воздухом продуть разъемчики. Потому что так как мы там обдували, то есть песочек визуально видно, что попал, допустим, здесь, здесь, здесь и здесь. То есть где-то по разъему. Разъем не сядет, и потом будет беда. Будете искать, в чем дело. Где и как. Ну что, в целом все. Если у вас V6, если это AX или Mojave, дай бог, данное видео вам поможет самим заменить. А если нет, то ждем. Заезжайте. Вот, ну, при хорошем раскладе, то есть час, и можете отправляться домой. Ну все, всем пока.